Саламат Курметкутшлар, добрый день, участник сегодняшнего эфира. Меня зовут Марлбаев Довлет Куатбекович. Я являюсь руководителем управления санитарно-эпидемиологического контроля по Ермитаускому району. И вкратце я хотел вас ознакомить с эпидемиологической обстановкой заболевания коронавирусной инфекцией и заболевания острой респираторной вирусной инфекцией в нашем регионе. С начала года в Ермитаускому районе зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 4 случая заболевания среди детей до 4 лет, 1 случай заболевания среди учащихся средней школы, 1 случай заболевания среди студентов, по 3 случая заболевания среди пенсионеров и беременных и 5 случаев заболевания среди работающих. Хотел бы уточнить то, что все заболевшие не получили ранее ревакцинацию или не получили вакцинацию в положенный срок. Что касается ситуации по заболеванию острой респираторной вирусной инфекции, то с начала года у нас зарегистрировано 599 случаев, из них дети до 14 лет 388 случаев, 15-17 лет 15 случаев. Следует помнить, что соблюдение всех мер профилактики защитит вас и окружающих людей от заболеваний коронавирусом.